Стартует 15-й городской конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад». Провести его планируют с февраля по апрель 2021 года. Заявки принимают до 5 марта в двух номинациях – вокал и хореография. Участвовать могут магаданцы с 7 до 30 лет, исполнители самодеятельных коллективов домов и центров культуры, учреждений дополнительного образования, общеобразовательных школ, средних специальных образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования высших учебных заведений. Конкурс пройдет в 2 тура. Первый тур у нас пройдет с 24 по 27 марта. И 24, 26, 27. Первый тур пройдет в здании муниципального центра культуры. Это, как бы, наверное, новшество, потому что раньше мы проводили в ДК «Автотеке» вокал и хореографию в МЦК. В этом году в одном здании все пройдет и в разные дни. В номинации «Вокал» участники должны подготовить одну песню, в хореографии – один танец. Хронометраж – до 5 минут. Выступления могут быть как сольные, так и коллективные. Во второй этап пройдут не все, жюри отберет лучших. Участники также готовят свои выступления на следующий тур. Главное условие – и песня, и танец не должны повторяться. По итогам конкурса у нас пройдет гала-концерт 10 апреля с награждением победителей, лауреатов 1, 2, 3 степени. И по итогам жюри, которое у нас отдельное жюри хореографии, отдельное жюри вокал, они определяют победителей, но может быть предложение по гран-при. Не каждый год мы, то есть это гран-при у нас одно на две номинации, но не каждый год у нас мы определяем там в вокале или в хореографии достойных звания, но каждый год у нас есть победители гран-при нашего конкурса. Что я хотел бы отметить, что на протяжении уже многих лет у нас главным генеральным социальным партнером является компания «Полиметан», которая оказывает помощь и в приглашении там членов жюри. По словам Юрия Казетова, в последнее время в качестве членов жюри приглашают известных артистов. Это и Рада Рай, и Антон Беляев. Кто будет в этом году, пока секрет. Однако завесу тайны вечернему Магадану приоткрыли. Судьи проведут мастер-классы для молодых исполнителей в обеих номинациях. Заявки на участие в конкурсе можно подать в Центре культуры. Магадан, проспект Карла Маркса, 35. Или на электронный адрес mck49@mail.ru.